Мы уже рассказывали вам о том, что победителями всероссийского конкурса на создание мемориала в память о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского рубежей стали архитектор Константин Фомин и скульптор Андрей Коробцов. Работа уже началась. Вот что рассказал Андрей Коробцов. Архитектурный арт-объект такой. Вот такого мы еще не делали. Можно сказать, что это, может быть, первый опыт у нас такой. Изначально отталкивались именно от темы. Хотели каким-то образом раскрыть ее. Это совсем не просто, от самой истории отталкивались. Там большое открытое пространство, столбы эти, ну, пилоны, они достаточно высокие. Нужно рассчитывать ветровую нагрузку, плюс они плоские. И у нас конструкторское бюро рассчитывает конструктив сейчас. То есть это совсем непростая задача, и нужно сделать это красиво.